Мне довелось увидеть суперсекретный прототип новой клавиатуры Apple для Apple iMac, которая появится только где-то через 2 года в серийном производстве. Все сделано при помощи супер-нанотехнологий. Цельнометаллический титан, материал корпуса. Она прослужит минимум 100 лет и достанется вашим правнукам, вообще не вопрос. На ощупь крайне приятно. Нажатие тоже очень приятно нажимать, не то что обычная клава. То есть нажимается очень приятно. Очень красивый дизайн пробела. Очень эргономичные кнопочки, сразу можно переключать. Видим уже с русификацией, как бы клавом, сразу можно переключать язык без всяких Shift, Control и так далее. Вот. Сделан имитатор сисечки. Сисечки 0,2 размера. Можно вот так вот на работе, к примеру, приятно пощупать, расслабиться. А, хорошо. Вот тут кнопочки фиксации титечки. Вообще просто очень приятно. Ну, что вы хотите, титан, Apple, это супер. Очень офигенный дизайн вот этих вот клавиш, стрелочек, да, то есть мы видим, просто радуется глаз. Еще раз скажу, что на ощупь крайне приятная. Прям вообще щупаешь и кайфуешь реально. Вот, ну вы никому не говорите, короче, это не для всех. Это только для избранных, так сказать. Сисечка 0,2 размера. Вот. Ну вот вы, вам посчастливилось увидеть это супер-пупер чудо. Стоит оно просто бешеных денег. Ну знаете, сколько айбаки стоят. Вот. Для обычных писюков, конечно, не пойдет. Лучше видюху какую-нибудь хорошую купить, чем такую клаву. Потому что придется тогда и монитор какой-то соответствующий и так далее. Иначе слишком она понтовая. Ну вот. Спасибо за внимание.